И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Влад, Даша, и сегодня мы играем в Roblox режим «Стихийные бедствия». Будем выживать от всяких погодных условий. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так, я Дашу вижу, вот Даша. А смотри, какая красотулечка ты у нас. Прическа, у тебя в реальной жизни такая же прическа? Метеоритный дождь, побежали быстрее в здание, быстрее в здание, пока по голове не прилетело. Сюда. Она же упасть. Все, теперь прячемся здесь, ребята. Его, конечно, быстро смотрите, развалят. Можно спрятаться в сено. Ой, так это сено, точно. Ой-ой-ой, я ухожу. Что там, прилетело тебе? Да. Ты умерла? Да. Я еще жив. Я тоже еще жив. Все по красоте. Дом просто разрушил, она просто. Выживаем. Все четко. Я на улице вообще. Он чувак вообще... О, я за ним полезу. А тут типа землетрясение тоже, да, есть? Землетрясение, да, смерч есть. Цунами есть. Цунами самый сильный. Тут все есть. Все, я наверху с пацанами. Рисковые мы парни, не боимся ничего. Мне что может прилететь нам всем? Ну ничего. А-а-а, я умер. А вон пацан какой-то стоит просто на улице без головы. Я вижу, вы там стоите, наблюдаете за нами. Здорово! Я разбился. Нельзя понтоваться. Дешевые понты называются. Или еще есть фраза, понты к хорошему не приводят. Вот это оно. Куски. Так, и что дальше? Выжило мало человек, кстати. Всего 5 человек. Обычно больше. Было такое, что и один выживал. Да, я видел. Прикольно. Так, тут бывают такие интересные карты, и стихийные бедствия совпадают, что надо реально там думать, там выживать, бежать куда-то. Прикольная. Я хочу цунами. Ты же, Даша, первый раз, да, в этот режим играешь? Да, я не Как тебе первое впечатление? Прикольно. А что там за пацанчик остался? Я не знаю. Без головы. Не знаю, может, забагалась. Вообще там стоит весь. Вот он. Опять эта карта. Ну тут рандомно, понятно, она могла опять выпасть. Я хочу цунами. А что это за облака? Что это такое на нас надвигается? Облака идут, значит будет сейчас... Ой, я не знаю, что будет. Наверное, будет кислотный дождь. Какие-то огромные облака. Не бойся, Даша, ты чё? Смерть. Я в дом, прячемся в дом. Может быть, кстати, метель. Или смерть. Это будет обморожение идти. Меня кто-то скинул с лестницы. Тебя убили? Да. Так бывает, бывает тут багается. О, смерч. Я живой, я в смерче лежу. Я красавчик. Надо не вставать, надо лежать. Ребята, смотрите, я живой. Я живой. Так, вставай, вставай. А, я живой, убегаем. Я знаю, как от него спастись. Так, бегим. Я уже заговариваюсь, потому что очень страшно. Кстати, у меня нету волос. И глаз. А ну давайте посмотрим, что у меня там. А, лицо есть, да. Все карты разлетится. Прикольно, да, наверное, со стороны смотрится это все? Да, такие блоки летающие. Смерч — это самая опасная штука. И смерч, и цунами. Ну, цунами более такое жесткое, там вообще тяжело выжить. Наводнение, кстати, бывает, когда уровень воды поднимается, и вся карта затапливается. А, ну это на самое высокое. Ай! Блин, меня убило, мне балкой по голове прилетело. Печалька. Ну ничего. Это сегодня сложновато выживать. А что вот это за автомат на спауне? Автомат это для випок, он может заказывать 2 погодных условия. Дождь и снег, допустим, или цунами и смерч. О, прикольно. Это жёлтый. Я, кстати, попадал один раз, только вот не помню, что было. Вроде был пожар и обледенение, пожар. Кстати, не помню, это не то. Пожар это что? Смотри, как прикольно, да, кружит? Вон а люди, четверо живых. Просто сгорает? Пятеро даже. Кружит. Все, сейчас будет конец. Вон они там, четверо бег. А, так. Много людей выжило. Очень много. Он посередине больше кружит. Он на края карты не заходит, да, все это знают. Так, давайте нам что-то интересное. Бывают карты такие классные. Есть даже с машинками, где покататься можно. Я надеюсь на наводнение. Хочу. Я хочу цунами. Что за карта? Цунами. О, какие-то карты. Тут карт много. Кстати, этот режим обновили, может что-то новенькое увидим. Может новое стихийное бедствие или какую-то новую карту. Было бы прикольно, кстати. Опять этот мальчик стоит без головы. Без головы. Это бот. Что, я покажу на него? Я так стою посередине, ни туда, ни сюда. Может придется спускаться. Поэтому стоим, ждем. Что будет у нас? Сразу метеорит огромный, такой. Вас не вижу. Мы не на улице, я вас не вижу. А мы
Да, а, блин, землетрясение. О, ого, я улетел. Смотрите, ребята, это баг. Может, я еще живой стал? Я падаю, не буду нажимать. Посмотрим, приземлюсь. Ау! Я залетел на космос. Я умер. А, я так же сделал. У меня такой... Вы живые? Три человека. Нет, я вижу, Даша стоит. Два человека выжило. Четко. Резко, да, как-то началось, и быстро мы все слились. Да. Наверное, все не ожидали такого землетрясения жесткого. Фильма выбежать из дома. Ребят, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Потому что, как всегда, пьем вкусненький чаек. Как все минимум. Вот и сосички. Муравьишки такие бегают. Муравьишки. Людишки. Я за вами. Ау. Че так долго? Она разобагалась, я тебе серьезно говорю. Уже должно было пройти. Что-то долговато очень. Не знаю. О. А я эту карту не помню. Я не знаю. Ох, сколько нас, смотрите. Насколько. Ой, нас много. Ой, я тут лежу. Четко, побежали, ребята. Ну, блин, сейчас забрать. Опять. На шарике вообще классно летать. Иман, пингует давай ко мне, чуть-чуть. Я тут загораю, давай ко мне. О, чувак сидит, я тоже хочу присесть на стульчик. Иди ко мне, тут есть свободное место. Как садиться? Просто на него заходишь, вот просто идешь или прыгаешь на него. Все, я сижу. Все сидят просто, все сели. О, я тоже сижу. Отдыхаем. Это будет ураган, а я буду просто сидеть. Просто буду сидеть. Давайте. На этом диванчике, пока не улечу далеко-далеко. Файр, убегаем отсюда. А где на край вы? Карты, на самый-самый край карты беги. На а самый где уголочек, где коричневый, там стой. Там не будут гореть, 100%. Вот, все, стоим здесь. А он туда нельзя? Не, он сюда не дойдет. Все нет, это знают прекрасно. Так что выживет сейчас очень много людей. Не выживут новенькие или те, кто не знает. Ну, это, в принципе, одно и то же. Новенькие не знают. А, все, те, которые на бочке, они все умерли. Жалко, да, их? Смотри, бочка падает. Смотрите, ребята. Ну, давай, падай. Рушься. Сейчас на дом упадет. Я хочу посмотреть, как оно зарушится. Ну, ай-яй-яй, ребята. А тут на шарике читер. Выжил. Ах ты ж. Видишь, прыгает? Четко. Да, он. Получается, у него с высокого места дамаг не проходит. Он горел. Красавчик. Он горел. Не, он там, все. Не, он горел. У него голова улетает, когда он сгорает. У тебя тоже она улетает, когда ты сгораешь. Только ты просто про это еще не знаешь. Ну, я ни разу не сгорал. Я пошел гореть, пока посмотрю. О, смотрите, фургон перекинуло. А может же предмет какой-то улететь от нас? Может. И прилететь прям в голову тебе. А может тебе? Че нам? А может и не в голову. Может и в живот. Я обиделся. Я чувствую, что это место безопасное. Я вижу, как два пацана на нас смотрят. И что-то там. Все. Ого, сколько выжило, вот это да. Так я же говорю, на костре всегда выживает много. И просто сзади там. You safety man. И медальку дали. Смотри, тут Даша есть список, и тут показывают самых выживших четких пацанов. Мы скоро сюда попадем. О, я уже попал, смотри. Раз, два, три, четыре. На пятом месте, видишь я? О, да, вижу. На шестом. Ну все равно приятно. Видишь, я быстро сюда попадаю на доску почета. Мне не показывают. Надо потому что идеально выживать. Если тебя убивают, ты должен красиво умирать. Табличку уперся, и я телепахнулся. Так, я буду стоять на улице. Я успею забежать, а то землетрясение как-то опасно. Если цунами, тоже успею забежать. Тут все успевается. Я тут травку. А если метеор прямо на тебя так... Ну, это уже, знаешь, судьба, значит. Можно и в здании умереть. Поткнулся там. Есть, тут бывает баги случаются, там случайно где-то попадаешь или рядом кто-то проходит, тебя откидывают, ты умираешь. Поэтому никто не застрахован от смерти в этой игре. Все стоят на улице и ничего не делают. Все нормально будет. В людей можно было бы скидывать. Блин! Вот судьба, я хотел скинуть человека и сам упал. Вот, ребята, нельзя. Ну я просто проверил. Так, а я посмотрю с птичьего полета. Ой, вулкан, дайте мне на него упасть. Вулкан? Вулкан. Ау. Я жив, я в вулкане, я на вулкане, ей, я на вулкане. Что это означает, если ты на вулкане? Это какая-то привилегия? Выжу, ого! Я сейчас выживу. Я же испугался. Как рядом. Я, кажется, выживу. Я тоже, наверное, выживу, я за домом стою. Это Влад, ты внизу бегаешь, да, на вулкане? Да. Я к тебе тоже иду. У-у-у, мой вулкан. Блин, да что, с высота буду разбывать.
Блин, разбился свысока, печалька. Это можно. Так, так, бежим, будем наблюдать, как там все разрушается. Все хотят на вулканы разбиваются, да? Они, вон, чувак жив. Нет, там можно разбиться, просто бегать упали. Ого, сколько вас там на вулкане бегает. Чубзиков. У человека очень много малых хп, но он сам бежит на вулкан и пытается... Вулкан тонет. Я так понимаю, нет? Нет. А, то волны вверх-вниз, а я думал, то наводнение. Мне кажется, он не кончится, пока не разрушит весь дом. Не-не-не-не. Не, он по времени, ты что? Это будет очень долго. Тут же рандомно, тем более, они летят. Вот я и все. Я выезжу, да. Я на втором месте. Вы вообще красавчики. Есть тут. И красавицы. Нет, нет. О, заправка. О, здесь на этой заправке чаще всего метеоритный или кислотный дождь идет. Вот я заметил. Нет, в основном. Мне кажется, будет это наводнение. Случайно, конечно. Мне кажется, будет наводнение. Тут можно за руль садиться, на машинах ездить. Дайте машину, дайте машину, дайте машину, дайте машину, дайте машину. А, блин, не успел. Вот все. Грузовичок. Девчонка поехала, катается. На машинке. На так прикольно. Тихо, тихо, не сбивай меня. А можно рядом сесть? О, она меня катает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Класс. Давай, давай, поехали, 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 не останавливайся, ты можешь. Фаер, лучше слази тогда. Угу. Тихо, убегаем, убегаем, быстрей. На край карты. Так, горит заправочка. Было бы классно, если бы она еще взрывалась. Вообще было бы эпик. Машина стоит, я тебя вижу. Голова чья-то покатилась горящая. Здесь, короче, вообще ужасы творятся какие-то. Привет. Здорово. Я вас вижу, посмотрите. Падает, все сгорело, смотрите, елки, деревья. Не, не все. Я же елок не вижу, деревья вижу. А че щит не падает? Да, смотри, он... щит не падает. Они уже это на щиту я... сидят, хотят слазить. Да, они, кажется, думают, что он сломает. Но вряд ли, вряд ли. Че он ходит по костру, ему ничего не происходит. Не пытайся меня скинуть, сейчас получит. Блин, почему... Ого, сколько выжило. Ну как сюда. Ого, сколько он... Вот ты, Димас. Там пацан остался на... О, смотрите, школа. Школа это класс. Там один человек остался на нем. Он бессмертный. Так я не буду пока что забегать. Димас, я за тобой иду. Если кислотный дождь, то тут самое лучшее выживать. Димас, веди. А, что когда? А, ураган. Ураган? Или дождь. Ну ты классно, конечно. О, ураган! Или дождь. Ну тут, а, ураган. Ой, так, давайте я спрячу около куста. Сейчас посмотрим. Просто около края. Дождь? Не знаю, у меня жизнь отнимается или нет, я не могу обратить внимание. Меня ого! Не отнимает. Не, сейчас будет рушиться все. Это кислотный. Это дождь. Сенс-тар. А, это кислотный дождь. Нет, это не кислотный дождь, ты что? Это этот. Ураган. Это просто ураган, сейчас будут здание сносить это. А, так, если она в эту сторону дует, надо обходить здание. Так, она в эту сторону дует, да. Я после не вижу. Да-да-да, смотрите, как все сдувает очень сильно. Там после сейчас машину унесло, не знаю. А у меня на экране, у вас тоже на экране? Да-да-да, но у всех так мельтешит, прям плохо видно. Все, стоим здесь. Здесь я точно выживу. Ну, еще два человека упало, еще два человека. Четко рушится вообще. Димасик. Во, встретились. Блин, вообще, да, сильно сдувает? Я вообще вас не вижу, тут много тумана, я вас не вижу. Из-за того, что они на школу. Деревья сдувает. Чтоб там не, опять по голове ничего не прилетело. Это будет неприкольно, у меня балкой залетело было. Конечно, ура! Сильно дует. Ты радуешься, да? Да. Было бы прикольно, если бы ты прыгала и в воздухе бы сносило тебя из-за ветра. Ага, прыгнул, так, пфф, море. Прыгнул и улетел. Смотри, крышу сдувает. А чувак вообще наверху бессмертный. Ты теперь на седьмом месте. Я бы на крышу не лез. Да все уже. Ого, сколько выжило. Это больше, чем на огне. О, это новая карта, кстати. Значит, или так? Не новая. Я не помню эту вот карту. Вот тут банька, я в баньку. О, банька. Я на елочке. О, тут трусы сушатся. Где? Да, я вижу, да, я вижу. Метеорит, быстрее в здание. Ой-ой-ой, Даша. Надо под ступеньки сюда, значит. Такое место нашел, я просто вообще... Я не умру никогда. И не хвастайся. Я падаю, это умрёшь. Момент, вообще жесть. Ты умрешь первый. Иди ко мне. Сейчас мы тебя убьем. Ну все, выжили вроде бы. Пойдем на улицу. Затащили. Не-не-не, смертельно опасно, не буду. Пойдем. Не, мы умрем. Тут весело. Вообще не могу. Ой-ой-ой-ой. Ну да, не выходи на улицу.
Ты умер, что ли? Я видел, как ее убила. Жалко тебя, конечно, Даша, но я предупреждал. Это где на улицу? Я не пойду. Да не бойся, фигаки прилетела в голову. Я только выхожу, и мне такой пум. Да я видел, тебя вообще расквасило там. О, прикольчик. Она очень высокая. Лучше я не буду на этот дом идти, я лучше не буду. Так, ждем, смотрим, какое будет стихийное бедствие, чтобы затащить по красоте. А, понятно, не идем в дом, не идете в дом. Ну тут, знаешь, неизвестно, что еще будет. Ну, тут Даша, это тренировка, если в реальной жизни будет стихийное бедствие, ты будешь знать, как спасаться, куда бежать. Понятно. Это очень поможет тебе в жизни. Блин, меня как кто-то сбил, и я теперь лежу тут. Ты сейчас встанешь. Ураган или кислотный дождь? Ой, Вас, привет, я с тобой. Встретились, Владушка. Ты тоже отчетчик, как у меня, да? Кажется, да. Ураган. Торнадо! Убегаем, убегаем. Смотрим, ребята, смотрите, как раскидывается. Посмотри, там все упали, там просто все упали. Чтоб не прилетело по лицу ничего. Так. Кстати, много людей сразу умерло, я видел. Да, там все попали. Моментально они там. Ты знаешь, в каком ты месте? На каком? На четвертом. Во, еще буду на первом. Выживальщик года. Во, сейчас палка прилетит, я отбегаю, сейчас палка прилетит. Так. Смерч это сразу здания все разносят моментально на карте. Там нема смысла, надо бежать на угол карты. Я как раз на самый верх побежала. Ой-ой-ой. Чтоб ничего не прилетело нам. Так, раз, два, три, четыре. Нас четверо выжило. Больше. На той стороне еще я вижу, там кто-то бегает вон за кубиком. За треугольником. Все, конец, да? Смерч. Пять человек уже. Красотища-то какое. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.